Так, и возвращаемся назад, друзья. Покажу одну пасхалку сейчас вам. Ну, давай, неудобно. Вот он, мой кроссовер. Так, есть ссылочка. Погнали. Так, открываю в приложении. То есть сканировал. Так, это мне не надо. Сканировал QR-код на кроссовере, на моем, который может стать вашим. Опа, погнали. Работа от тюниаторов. Чистка. Что сделано, что стало? Как было, что стало? Так, идем дальше. Так, фотографии. Вот мои кроссоверы. Вон. 38-й, 37-й, который мы сейчас отсканировали по вот этому QR-коду. Раз фото, два. Вот мои кроссоверы. И график первого кроссовера, второго. То есть, что получилось, да? Вот так вот, друзья, вот такая пасхалочка. Молодец, мастер, да? То есть QR-код сканируешь. И выходишь на то, где Grace Audio заложил это все, выложил. Вот еще раз. Вот открылась ссылочка у меня. Блин, я закрыл, что ли, не пойму. Сейчас, секунду. Ага, вот она ссылочка. Открыть в Яндекс.Диске. Все. Подробная работа. Классно? Классно. Вот такое завершение, друзья. Прикольно? Спасибо за видео. За просмотр, точнее. За видео мне спасибо. Все, всем удачи, палец вверх, пока.